Всем привет! Короче, видосы рождаются из боли. Я решил записать это видео конкретно про дейтинг, про юнит-экономику в дейтинге. Как вообще свести это в плюс, можно ли это купить и так далее, потому что мне задолбали. Все думают, что дейтинг, социальные сети — это супер простой бизнес. Потом все приходят и говорят: мы проверим экономику на России. Потом приходят через пару месяцев ко мне и говорят: Никита, экономика не сходится. Говорит, что делать? Четко рассказываю всем план, кто хочет запустить дейтинг. Первое, забудьте вообще про Россию. Почему? Потому что Tinder в России, в дню вы думаете, зарабатывает примерно 300 тысяч долларов в месяц. В рублях это сраные 20 миллионов. В Америке Tinder делает 32-35 миллионов долларов. Понимаете разницу между Россией и Америкой? Это примерно 100-120 раз. Вопросы есть, где надо рекламироваться? Нету. Второе. Сводить экономику любого дейтинга, ну, я знаю одного чувака, который черными методами свел экономику, условно, день в день, но такого белыми методами невозможно, а черными вас просто забанят. Так вот, сводить экономику любого дейтинга занимает примерно от 6 до 9 месяцев окупаемость трафика. Не нужно... В России это вообще свести ее почти невозможно, в плюс, это, блин, ну, очень сложно. Соответственно, представьте, что вы в месяц жгете сейчас 5 миллионов рублей. И вот что вам нужно сделать, чтобы хотя бы по месяцу выйти в ноль, да? Вы уже разрабатываете продукт, на этом полгода закопали 30 миллионов, и вам сейчас нужно взять и 10 миллионов реально валить в маркетинг. Ежемесячно, на протяжении следующих 6 месяцев валивать по 10 миллионов в маркетинг. И может быть, при таких расходах, может быть, если все сложится, вы через 6-9 месяцев начнете зарабатывать пятнашку. И дальше у вас круг замкнется. И каким-то накопительным итогом, может быть, через 12 месяцев вы куда-то выйдете в плюс. Вот реальная экономика дейтинга. Говорю это всем стартаперам. Вот отправьте это всем вообще, кто задумывает сделать какую-то соцсеть или соцпроект. Дейтинг – это реально дорогая игра. Это игра, которая, ну, обходится в среднем в 1,5 миллиона долларов. Почему я это могу сказать? Потому что я в прошлом году поднял 450 штук. Мы запустили в том числе ЛГБТ-дейтинг. И у меня был следующий раунд на 1,5 миллиона. Мне давали 500 тысяч, я отказался от этих 500 тысяч по одной простой причине. Я понял, что я их просто потеряю, я не сведу экономику, и это будет невозможно. Вы можете сами попробовать, можете, ну, короче, можете написать мне, у меня есть все таблицы, есть все юнит-экономик в любом гео, в котором вы хотите. Все можно рассказать, показать вообще о том, как это работает. Такой вот ролик из боли. Ну, короче, если нужно, обращайтесь, может быть, что подскажу, помогу, но не делайте одних и тех же ошибок. На самом деле, это очень прикольно, потому что мне ментор, в том числе мой, у меня есть человек, который на дейтинге делал там почти 2 миллиона баксов в месяц, да, он мне сказал одну простую вещь, он мне сказал вот все то же самое, я сказал, я тебе не верю, я сам проверю. В итоге я сам проверил, это мне обошлось в десятки миллионов рублей, у меня ничего не получилось, и сейчас я вижу те же самые ошибки просто у всех подряд. Поэтому... Вот такое вот экспромт видео про экономику, про юнит-экономику в дейтинге. Так что, если хотите сделать какую-то там соцсеть, социальный проект и прочее, в общем, знаете, что это большая сложная игра. И вот эта вся история, еще даже добавлю, да, все хотят кого-то мэтчить. Дейтинг нахрен никому не нужно, никого ни с кем мэтчить. Вообще ни одна компания дейтинговая не заинтересована в том, чтобы людей, ну, соединять друг с другом. Потому что как только ты людей соединил, все, черно, они ушли, они уже счастливая пара, они тебе денег больше никогда не принесут. А почему экономика, кстати, не сходится? Смотрите, очень простая математика. Вы тупо не прыгнете вокруг базовых цифр. Да, есть... Базовая цифра, например, там стоимость инсталла в России, стоимость инсталла в Америке. Окей. Она там условно там от полудоллара, там, не знаю, там, до 10 долларов. И дальше на эту всю историю есть конверт. Тупо конверт из инсталлов платящего пользователя. Он в среднем там по индустрии 7%. Но даже если вы сделаете его 9%, ни хрена качественно не изменится. Вы все равно будете также сводить бабки, соответственно, там те же 6-9 месяцев, понимаете? Вот вся математика. Две цифры: стоимость инсталла и конверт из инсталла в оплату. Все, а от этого дальше у вас строится вся история. Чаще всего экономика сходится так, что вы заливаете, неважно сколько денег, 1 миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, вы обратно получите в лучшем случае в первый месяц половину этих денег. Это в лучшем случае. А во втором месяце доберете там еще, например, там, 25%. Вот такая вот, и потом там какому-то, условно, там, к 6-9 месяцу вы, скорее всего, сведете это в плюс. Но это не беря те косты, которые у вас есть, это просто маркетинговые расходы. Так что вот такой, короче, кейс. Про видео, про дейтинг, всем стартаперам, всем, кто хочет, короче, делать дейтинги, имейте в виду, если нужно, пишите, что-нибудь расскажу, покажу. Добро пожаловать в мир IT.